Трибуна Е! БНТУ самый яркий вуз сегодня. Итак, надеюсь, вы также весело и задорно будете поддерживать наших артистов. Итак, на площадке появляется студия Play. Аплодисменты им. Теплые лучики солнца, запах дождя. Как насчет белого снега, что он значит для тебя? Как насчет светлых чувств, они есть или их нет? И насчет слова прости, что сказать захочешь мне? Снег сыпет на плечи мне, словно дает ответ, что он будет вечным. Просто снег опять идет. Снег сыпет на плечи мне, словно дает ответ, что он будет вечным. Раз. Анжелика и Даниэла, студия Play! А сейчас встречайте на этой сцене Михалюк Ангелина с песней «Выше облаков». Бурные аплодисменты, студия Play! Поддерживаем артистку! Не проси у любви быть осторожным.
тревожной, не стремись за своим вчерашним прошлым, зачеркнуть свою тень по миллиметру, закричать и бежать навстречу ветру. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише и слезой растопить стальные цепи. Плачет дождь, плачу я, мы словно дети. Взлетаешь, что-то держит тебя, а ты не знаешь, как любовь удержать, ведь это тайна. До свидания сказать, но не буквально. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише, моя боль сильна, да кто поверит? Я знаю, слезам никто не верит. Аплодисменты, Михалюк, Ангелина, студия Play. Ну что, я смотрю, нас становится больше, правда? Да? Отлично, я вижу флаги. Итак, напоминаю, друзья мои, те болельщики, те, знаете, те люди, которые будут сегодня активно болеть за белорусских спортсменов на секторе H, пересаживайтесь поближе к центру, вас будет лучше видно и лучше слышно. Давайте сюда, к нам поближе переходите. Итак, вижу, трибуна F уже даже почти заполнена. Ребят, как дела на трибуне F? Трибуна E, вы можете громче? А может быть, еще громче может трибуна D? Трибуна C! Не слышу вас, трибуна С. И трибуна Б. Как дела ваши? Какая у меня веселая сегодня публика. Здорово, здорово. Это просто превосходно. Будем сегодня болеть за наших, за белорусских спортсменов. Поднимать флаги, делать волну. А за это все вы будете получать прекрасные подарки. Лично от меня в первом перерыве я уже выйду на трибуну и буду раздавать подарки всем желающим. Напоминаю, у нас сегодня находится талисман. Это великолепная ласка. Аплодисменты ему. А вы можете еще громче. А можете всем залом. Поднимите все ручки выше. Все-все-все поднимите ручки и громко поаплодируйте. Но я напоминаю, перед стартом спортсмена в зале должна быть тишина. Это очень и очень важный момент. Ну что ж, господа, увидим с вами позже. Все присаживайтесь на свои места. Напоминаю, это чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту, где будут выступать наши белорусские спортсмены, за которых мы болеем всей душой и сердцем. Ladies and gentlemen,
We are glad to welcome you to the second competition day of the FISU World University Championship Speed Skating 2018. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас во втором соревновательном дне чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту. Let us provide you with the traditional information before the start. Информируем вас об официальных лицах, назначенных для проведения этих соревнований. ISU representative, представитель Международного союза конькобежцев, мистер Александр Кибалко. FISU technical delegate, технический делегат FISU, Иван Дьяков. FISU representative, представитель FISU, мистер Адам Рочек. Referee men and ladies competition, рефери соревнований мужчин и женщин, мистер Берри де Йонг, Нидерланды. Assistant referee men, ассистент рефери соревнований мужчин, мистер Франческо Анесси, Италия. Assistant referee ladies, ассистент рефери соревнований женщин, мистер Александр Новакович, Беларусь. Starters for men competitions, стартеры соревнований мужчин, мистер Сергей Авдеев, Казахстан, and мистер Петр Токарский, Poland. Starter ladies, стартер соревнований женщин, мистер Давиде Карта, Италия. Ladies and gentlemen, the schedule for today, we will start with races of ladies and men on the distance 500 meters. Соревнования сегодняшние начнутся забегами женщин и мужчин на дистанции 500 метров. And after that we will continue with races ladies and men in team pursuit. После чего соревнования продолжатся забегами женщин и мужчин в командных гонках. Ladies and gentlemen, 3 minutes till the start. До старта остается 3 минуты. For your information, records on the distance 500 meters, ladies. FISU record belongs to San Ho Lee from Korea, and this record 38.16. Рекорд FISU на дистанции 500 метров принадлежит представителю Кореи San Ho Lee. Этот рекорд составляет 38.16 секунды. Болеем за наших! Thank you.
Ladies and gentlemen, we are ready to introduce the first race. Coming up on the inner lane, representing Poland. Представляем участника первого забега на внутренней дорожке, представитель Польши. Please welcome Александра Капрюжак. Go to the start. Ready. Opening time 11:08. Разбег спортсменки 11:08. Ladies and gentlemen, the results of first skater, Александра Капрюжак, 42.67. Результаты первого забега, Александра Капрюжак, 42.67. And we introduce pair number two. Представляем участников второй пары. Coming up on the inner lane, representing Sweden. На внутренней дорожке представитель страны Швеции. Anne-Marie Lindquist. And coming up on the outer lane, representing the United States of America. На наружной дорожке представитель Соединенных Штатов Америки. Ilsa Schaub. Go to the start. Lindquist opening time 12:06, Schaub 13:02. Время разгона Lindquist 12:06, Schaub 13:02. Ladies and gentlemen, the results of second pair. Anne-Marie Lindquist, 45:58. Ilse Schaub, 46:57. Прослушайте результаты второй пары. Lindquist, 45:58. Schaub, 46:57. Раздеваю до гламулую. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. А я хочу ее, если хочу, то буду. Каждый день праздник. Она говорит, что мой взгляд ее дразнит. Снова закипит во хуй. Мы в стазе, а в ее поле фол. And we introduce pair number three. Представляем участников третьей пары. Coming up on the inner lane, representing the Czech Republic. На внутренней дорожке представитель Чешской Республики. Eliska Drimalova. And coming up on the outer lane, representing Belarus. На наружной дорожке представитель Республики Беларусь. Мария Кротова. Go to the start. Ready. Thank you.
Громче болеем за наших! Krotova opening time, 11-4, Dymalova 11-9. Ladies and gentlemen, the results of third pair. Krotova 41-51, Dymalova 42-40. Прослушайте результаты третьей пары. Кротова 41-51, Дремалова 42-40. And we introduce player number four. Представляем участников четвертой пары. Coming up on the inner lane, representing the Netherlands. На внутренней дорожке представитель Нидерландов. Мирон Копс. And coming up on the outer lane, representing the Netherlands. На наружной дорожке представитель Нидерландов. Паулин Ферхар. Go to the start. Full start in a lane, crossing the line. Go to the start. Ready. Ферхар opening time 11-3, Копс 11-4. Время разгона Ферхар 11-3, Копс 11-4. Ladies and gentlemen, the results of pair number four. Paulin Ferhar, 41-26. Miron Kops, 41-76. Прослушайте результаты четвертой пары. Ферхар 41-26. Копс 41-76. And we introduce pair number five. Представляем участников пятой пары. Coming up on the inner lane, representing the Russian Federation. На внутренней дорожке представитель Российской Федерации. Анастасия Здравкова. Coming up on the outer lane, representing Belarus. На наружной дорожке представитель Республики Беларусь. Анастасия Гончук. Go to the start. Здравкова opening time 11-5, Гончук 11-7. Время разгона Здравковой 11-5, Гончук 11-7. Болеем за наших, ребята!
the results of pair number 5, Anastasia Zdravkova, 41-98, Гончук, 43-46. Прослушайте результаты пятой пары. Анастасия Здравкова, 41-98. Результат Анастасии Гончук, 43-46. We introduce pair number 6. Представляем участников шестой пары. Coming up on the inner lane, representing the Russian Federation. На внутренней дорожке представитель Российской Федерации. Елена Самкова. Coming up on the outer lane, representing Mongolia. На наружной дорожке представитель Монголии. Зул Алтаночир. Go to the start. Ready. Samkov opening time 11-1. It is the fastest beginning. Altanochir 11-4. Время разгона Самковой 11-1. Altanochir 11-4. Results of pair number 6. Елена Самкова 40-54. Алтаночир 41-88. Прослушайте результаты шестой пары. Самкова 40-54. Алтаночир 41-83. And we introduce pair number 7. Представляем участников седьмой пары. Coming up on the inner lane, representing the Netherlands. На внутренней дорожке представитель Нидерландов. Нинке Клайсман. And coming up on the outer lane representing Belarus. На наружной дорожке представитель Республики Беларусь. Евгения Воробьева. Go to the start. Opening time of the pair 11-1. Время разгона пары 11-1. Ladies and gentlemen, the results of pair number 7. Нинке Клайнсман 40.68. Евгения Воробьева 41.1. Прослушайте результаты седьмой пары. Клейсман 40.68. Воробьева 41.10. And we are ready to introduce pair number 8. Представляем участников восьмой пары. Coming up on the inner lane, representing Belarus. На внутренней дорожке представитель Беларусь. Ксения Сковородкина. And coming up on the outer lane, representing the Netherlands. На наружной дорожке представитель Нидерландов. Лина Мидема. Go to the start. Мидема opening time 11 flat, Сковородкина 11-4.
Время разгона медиума 11 ровно, Сковородкина 11.4. Зал, не слышно вашей поддержки! Ladies and gentlemen, Lina Midima finished with results 40.65, and now it is the second result. Прослушайте результаты восьмой пары. Midima 40.65. Ladies and gentlemen, now we have 5 minutes break for ice preparation. Уважаемые зрители, 5-минутный технический перерыв для устранения повреждения льда. Зал, как настроение ваше? Давайте громче, громче! Поднимите все выше ручки! И так громко-громко поддержите белорусских спортсменов! Давайте пройдемся по всем трибунам. Трибуна А, я вас не слышу! Трибуна Б! Трибуна В, выше белорусские флаги! Трибуна С! Трибуна Д! Трибуна Е! Трибуна Ф! А теперь давайте на счет 3-4 весь зал встанет и поаплодирует белорусским спортсменам! 3-4! Вот так, уважаемые болельщики, надо встречать наших! Вы за Беларусь! Громче! Продолжаем в том же духе! Ladies and gentlemen, we will continue in 1 minute. Соревнования продолжатся через 1 минуту. And we are ready to introduce pair number 9. Представляем участников 9-й пары. Coming up on the inner lane, representing China. На внутренней дорожке представитель Китая. Please welcome Qingyao Liu. And coming up on the outer lane, representing Poland. На наружной дорожке представитель Польши. Анжелика Вычик. Go to the start. Ready. Virtual opening time 10:08. It is the fastest beginning at the current moment. Liu 11:03. Время разгона Вёйчик 10:08, и это лучший разбег из проведенных. Чиньяо 11.3.
Ladies and gentlemen, the results of ninth pair. Wojcik 39.93, Liu 40.83. Прослушайте результаты девятой пары. Вёйчик 39.93, Лю 40.83. Ladies and gentlemen, we introduce pair number 10. Представляем участников десятой пары. Coming up on the inner lane, representing Japan. На внутренней дорожке представитель Японии. Мику Асано. Coming up on the outer lane, representing Poland. На наружной дорожке представитель Польши. Кая Жомек. Go to the star. Ten point eight, the opening time of the pair. Время разгона пары 10.08. Ladies and gentlemen, the results of 10th pair. Miko Asana, 39.49. It is the best result at the current moment. Kaya Zhumek, 39.86. Прослушайте результаты 10-й пары. Asana, 39.49. Zhumek, 39.86. And we introduce the last pair number 11. Представляем участников 11-й пары. Coming up on the inner lane, representing China. На внутренней дорожке представитель Китая. Хей Ян. And coming up on the outer lane, representing Japan. На наружной дорожке представитель Японии. Рио Ямада. Go to the start. Yamada opening time 10.09, Ян 11.02. Время разгона Yamada 10.09, Ян 11.02. Ladies and gentlemen, the results of last pair. Ryo Yamada, 39.61. Tie Yan, 40.98. Прослушайте результаты 11-й пары. Yamada, 39.61. Yan, 40.98. Ladies and gentlemen, for your attention, unofficial, the results on the scoreboard. First line, Miko Asano from Japan. Second line, Ryo Yamada, Japan. And third place, Kaya Zhumek. Attention, please. Ice preparation is going now, so please be careful. And leave the ice. Внимание, начинается подготовка льда. Будьте внимательны. Спортсменов просим покинуть лед. Я тебя проведу, но знаешь,
Внимание, внимание! Я попрошу весь зал сейчас встать, потому что на сцене появляются студенты индустриально-педагогического колледжа. Весь зал встает, поднимает ручки. Встаем, встаем, уважаемый зал. Самые яркие танцоры получат от меня подарки. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Quero ver, ô menina, quero ver. Macaco, macaco, au, macaco, ó do macaco, macaco do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Macaco, 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 au, macaco, ó do macaco, macaco do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver agora quem vai ganhar o prêmio. Dançando e aprendendo a cantar com forró, mas transcolente. Agora se liga que eu vou ensinar, vou ensinar. É macaco, caco, macaco, 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 au, macaco, ó do macaco, macaco do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Macaco, 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 au, macaco, ó do macaco, macaco do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Agora ligeiro, agora ligeiro. Vamos lá. Macaco, 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 au, macaco, ó do macaco, macaco do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Аплодисменты! Болельщики индустриально-педагогического колледжа! Ну что ж, а я по традиции с самой яркой трибуны, с самого яркого сектора начну раскидывать подарки. Будут аплодисменты, будут подарки, друзья! Давайте всем-всем залом поаплодируем! А что-то сектор F как-то не очень. Сектор F, дайте мне звука! Как ты считаешь, космонавт, неплохо? Он говорит, надо еще громче. Ну так, о, не полетело. Не полетело. Полетело! Итак, идем дальше. Как дела у ваших? Полетела, не полетела. Вот они, вот она мощь и сила. Ты представляешь, они не хотят брать подарки. Самые яркие. Самые эмоциональные. Сектор Е. Сектор Е, я знаю, вы можете громче. Это песня о тебе. Это
Ну что ж. Ребят, внимание, на кого показывает камера, тот поднимает руки и громко-громко аплодирует. Для всех крутых дискотек, для полуоткрытых губ и полуприкрытых век. I'm so crazy. Аплодисменты где на трибуне? Если влезет, то не отпустит эта песня. Я знаю, сказано в голове, эта песня о тебе. Ну что ж, а мы идем дальше. Ну что ж, пока я иду сектора, до сектора должны быть громкие, бурные овации, аплодисменты. И мне так хочется тебе о своих чувствах рассказать. Я знаю, где живет любовь, в каких укромных уголках твоей души ее искать. Я знаю о твоих волшебных слов. И мне так хочется тебе о своих чувствах рассказать. Ну что ж, я дохожу до самых ярких секторов нашего зала. Кто видит себя на экране, ребята? Кстати, напоминаю, что ПНТУ является лидером среди всех вузов. И, возможно, именно ваш вуз получит вот тот вот золотой кубок. Где бурные овации? This is a man's world. This is a man's world. Зал может еще громче. Сектор Д, у вас как-то не все аплодируют. Ну вот как-то не все на секторе Д аплодируют. Где же аплодисменты от всех? От всех болельщиков сектора Д. Ты пожираешь всех взглядами, да, тигры становятся котятами. Они с подарками прыгают. Ну кто аплодирует, тот получает подарки. Она говорит мне типа, я не такая, меня трудно, найти парень, словно из рая. Слышь, я не пусть, что ты там употребляешь, девочка, спустись на землю. И не прогоняй, не забудь, что... Напоминаю, на кого показывает камера, тот поднимает ручки и громко аплодирует. Внимательно следите за экранами. Скажу тебе нагло привет. Если что, я пах. А можете сделать очень ритмичные такие аплодисменты за спортсменов? У нас даже есть военнослужащие в зале, которые тоже активно пятером, шестером аплодируют. Ну что ж, друзья мои, с минуты на минуту начнется церемония награждения. Скажите, вы будете дальше так болеть за белорусских спортсменов, как в начале? Будете? Знаете, когда я стою на сцене, вас слышно гораздо хуже. А я бы хотел, чтобы всем залам, все сектора, дайте звука! We'll be right back.
Сектор С. Друзья мои, напоминаю, что совсем-совсем скоро, сегодня, на следующем перерыве, на следующей чистке льда, мы с вами будем выбирать самого яркого болельщика с секторов. Самый яркий болельщик получит такую же награду, как и спортсмен. Это небольшая мягкая игрушка в виде ласки. Поэтому будьте активны, получайте подарки! Ladies and gentlemen, victory ceremony for FISU World University Championship Speed Skating 2018. Distance 500 meters, ladies. Дамы и господа, церемония награждения чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту за дистанцию 500 метров среди женщин. The medals and presents will be presented by FISU Technical Delegate for Speed Skating, Mr. Ivan Diakov, and head of the Republican Center of Physical Education and Sports for Pupils and Students, Mr. Vitaly Strigelsky. Медали и подарки победителю и призерам вручают технический делегат ФИСУ по конькобежному спорту Иван Дьяков и директор учреждения Республиканский Центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский. Bronze medalist, representing Poland. Бронзовым медалистом стал представитель Польши Кая Жомек. Silver medalist, representing Japan. Серебряным медалистом стал представитель Японии Рио Ямада. Medalist, representing Japan. Золотым медалистом стал представитель Японии Мико Асано. Ladies and gentlemen, FISU anthem. Дамы и господа, просим всех встать. Звучит гимн Международной федерации студенческого спорта.
Ladies and gentlemen, our congratulations for the world champion and the medalists. Уважаемые болельщики, поздравляем победителей и призеров чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту. Gentlemen, next race will start in 3 minutes. 3 minutes till the start. Men on the distance 500 meters. Следующий старт будет дан через 3 минуты. Забеги начнут мужчины на дистанции 500 метров. Напоминаю, что во время старта мы сохраняем тишину. Ladies and gentlemen, we are ready to continue. And we introduce the first race. Представляем участника первого забега. Coming up on the inner lane, representing Mongolia. На внутренней дорожке представитель Монголии. Хосбаяр Адия. Go to the start. Ready. Start in a lane. Hold a stable position. Go to the start. Ready. Ladies and gentlemen, first skater on the distance. Opening time, Adia, 11.2. Время разгона Adia, 11.2. And we can inform you about FISU record. This record belongs to Kang Seok Lee from Korea. FISU record is 34.71. Для информации болельщиков, рекорд FISU на дистанции 500 метров среди мужчин принадлежит представителю Кореи Кан Сёк Ли, и этот рекорд составляет 34.71. And the results of Adia, 41.06. Прослушайте результаты первого забега. Adia, 41.06. And we are ready to introduce pair number two. Представляем участников второй пары.
Coming up on the inner lane, representing the United States of America. На внутренней дорожке представитель Соединенных Штатов Америки. Alexander Brower. And coming up on the outer lane, representing the United States of America. На наружной дорожке представитель Соединенных Штатов Америки. Lucas Anderson. Go to the start. Let's come back, please. Go to the start. Ready. Anderson opening time 10-9, Brower 11-3. Время разгона Андерсона 10-9, Брауэр 11-3. Ladies and gentlemen, the results of second pair. Brower 39-93, Андерсон 41. Прослушайте результаты второй пары. Брауэр 39-93, Андерсон 40-10. And we are ready to introduce pair number three. Представляем участников третьей пары. Coming off the inner lane, representing the United States of America. На внутренней дорожке представитель Соединенных Штатов Америки. Fletcher Kot. And coming up on the outer lane, representing Poland. На наружной дорожке представитель Польши. Marcel Drivenga. Go to the start. Go to the start. Ready. Drivenga opening time 10-4, Kot 11-1. Время разгона Drivenga 10-4, Kot 11-1. Now we can introduce the results of pair number three. Kot 39-05, Drivenga 38-07. Прослушайте результаты третьей пары. Drivenga 38-07, Kot 39-05. And we introduce pair number four. Представляем участников четвертой пары. Coming up on the inner lane, representing Poland. На внутренней дорожке представитель Польши. Давид Бужиковский. And coming up on the outer lane, representing Poland. На наружной дорожке представитель Польши. Матеуш Кания. Go to the start. Ready. Ladies and gentlemen, skaters of fourth pair on the distance, David Bujikovsky and Mateusz Kania. Bujikovsky opening time 10-2, Kania 10-6. Время разгона Bujikovsky 10-2, Kania 10-6. Thank you.
Ladies and gentlemen, the results of pair number 4. David Buzhikovsky, 37.03. It is the best result at the current moment. Mateusz Kania, 38.01. Прослушайте результаты четвертой пары. Бужуковский 37.02, Кания 38.01. Ladies and gentlemen, we introduce pair number 5. Представляем участников пятой пары. Coming up on the inner lane, representing Belarus. На внутренней дорожке представитель Беларуси. Максим Кондратьев. And coming up on the outer lane, representing the Netherlands. На наружной дорожке представитель Нидерландов. Ялте Брусма. Go to the start. Ready. Bursma opening time 9.9. It is the fastest beginning. Kondratiev 10.3. Время разгона Бурсма 9.9. Кондратьев 10.3. Ladies and gentlemen, the result of Ghiotto Bursma, who finished in fifth pair, 37-32. Прослушайте результат Бурсма, 37-32. Ladies and gentlemen, we have short technical break. Уважаемые зрители, короткий технический перерыв для проверки состояния льда после падения спортсмена. Уважаемый зал, пока делают лед, провожу первый этап голосования за лучшего болельщика трибуны. Лучший болельщик сегодняшнего зала, три болельщика, получат от меня памятные подарки. Давайте начнем с трибуны F. Ребят, поаплодируйте, я посмотрю, кто из вас самый-самый яркий. Так, хорошо увидел. Трибуна E. Ladies and gentlemen. We are ready to continue. And we introduce pair number 6. Представляем участников шестой пары. Coming up on the inner lane, representing the Netherlands. На внутренней дорожке представитель Нидерландов. Хилле Дрент. And coming up on the outer lane, representing the Netherlands. На наружной дорожке представитель Нидерландов. Таймен Полман. Go to the start. Ready. Do you wanna play with me that game? Play with me that game. Opening time of the pair, 10.3. Время разгона пары 10.3. Ladies
Ladies and gentlemen, the results of pair number 6. Folman, 37-34. Durant, 37-47. Прослушайте результаты шестой пары. Полман 37-34, Дринц 37-47. And we are ready to introduce pair number 7. Представляем участников седьмой пары. Coming up on the inner lane, representing the Russian Federation. На внутренней дорожке представитель Российской Федерации. Илья Смирнов. And coming up on the outer lane, representing Belarus. На наружной дорожке представитель Беларуси. Евгений Гагиев. Go to the start. Ready? False start auto lay, hold the stable position. Go to the start. Ready? Итак, стартовали участники седьмой пары. Илья Смирнов, представитель России, и Евгений Гагиев, представитель Беларуси. Смирнов opening time 10:03, Гагиев 10:04. Время разгона Смирнова 10:03, Гагиев 10:04. We still recall the feeling of how we used to be. I'm good in life and know you ain't the one I'm supposed to be with. But one thing is to know it, it's another thing to see. Spotted you with your man out, added a couple drinks. Put me into my feelings and spat out a couple things. Probably out of place, but at least it was fucking honest. Nothing more I relate to than hearing my brother say. Results of pair number 7. Ilya Smirnov, 37-36. Evgeny Gagiev, 37-52. Прослушайте результаты седьмой пары. Илья Смирнов 37-36, Евгений Гагиев 37-52. And we introduce pair number 8. Представляем участников восьмой пары. Coming up on the inner lane, representing Italy. На внутренней дорожке представитель Италии. Alessio Trentini. And coming up on the outer lane, representing Belarus. На наружной дорожке представитель Беларуси. Артём Чабан. Go to the start. Ready? Чабан opening time 10:00, Trentini 10:05. Время разбега Чабан 10:00, Trentini 10:05. Ladies and gentlemen, the results of pair number 8. Чабан finished with the best result at the current moment, 36-54. Alessio Trentini, 37-37. Прослушайте результаты восьмой пары. Чабан 36-54, Trentini. And we are ready to introduce next pair, pair number 9. Представляем участников девятой пары. Coming up on the inner lane, representing Poland. На внутренней дорожке представитель Польши. Martin Bachanek. And coming up on the outer lane, representing Russian Federation. На наружной дорожке представитель Российской Федерации. Вадим Сонин.
Go to the start. Ready. Sony in opening time, 10 flat. Баханек 10-2. Время разбега Сонин 10 ровно, Баханек 10-2. Ladies and gentlemen, for information, the result of Alessio Trentini from the previous pair was disqualified. Ladies and gentlemen, the results of pair number 9. Sonin 36-39. It is the best result at the current moment. Баханек 36-86. Прослушайте результаты девятой пары. Sonin 36-39. И это лучший результат на данный момент. Баханек 36-85. We introduce pair number 10. Представляем участников десятой пары. Coming up on the inner lane, representing Russian Federation. На внутренней дорожке представитель Российской Федерации. Алексей Звездин. And coming up on the outer lane, representing Kazakhstan. На наружной дорожке представитель Казахстана. Александр Кленко. Go to the start. Ready. Звездин opening time, 10 flat, Клинко 10-2. Время разгона Звездин 10 ровно, Клинко 10-2. And we announce the results of pair number 10. Alexey Zvezdin finished with the best result at the current moment, 35-95. Александр Клинко, 36-96. Прослушайте результаты десятой пары. Звездин 35-95. Клинко 36-96. And we introduce pair number 11. Представляем участников 11-й пары. Coming up on the inner lane, representing Russian Federation. На внутренней дорожке представитель Российской Федерации. Артём Золотарёв. And coming up on the outer lane, representing Kazakhstan. На наружной дорожке представитель Казахстана. Артём Крикунов. Go to the start. Ready. Стартовали участники 11-й пары. Артём Золотарёв, Артём Крикунов. Золотарёв opening time 9-8, Крикунов 9-9. Время разбега Золотарёва 9-8, Крикунов 9-9. Ladies and gentlemen, the results of pair number 11. Artём Krikunov finished with the best result at the current moment, 35-84. Артём Золотарёв 36-04. Прослушайте результаты 11-й пары. Артём Крикунов 35-84. Артём Золотарёв 36-04. And we introduce pair number 12. Представляем участников 12-й пары.
Coming up on the inner lane, representing Kazakhstan. На внутренней дорожке представитель Казахстана. Станислав Палкин. And coming up on the outer lane, representing Japan. На наружной дорожке представитель Японии. Масая Ямада. Go to the start. Ready? Yamada opening time 9-9, Palkin 10-1. Время разгона Yamada 9-9, Palkin 10-1. Ladies and gentlemen, the results of pair number 12. Yamada 35-92, Palkin 35-99. Прослушайте результаты 12-й пары. Yamada 35-92, Palkin 35-99. And we introduce pair number 13, last pair. Coming up on the inner lane, representing Japan. Представляем участников 13-й пары. На внутренней дорожке представитель Японии. Tatsuya Shinhama. And coming up on the outer lane, representing Belarus. На наружной дорожке представитель Беларуси. Игнат Головатюк. Go to the start. Ready? Hama opening time 9-5, Golovachuk 9-9. Ladies and gentlemen, the results of 13th pair. Tatsuya Shinhama 34-93. It is the best result at the current moment. And Ignat Golovatyuk 35-59. Прослушайте результаты 13-й пары. Shinhama 34-93. Ignat Golovatyuk 35-59. Ladies and gentlemen, we will have one restart for Artyom Chaban at 6:30 p.m. Уважаемые зрители, для вашей информации, Артёму Чабан будет дан повторный старт в 18:30. Зал, внимание! Как ваши дела? Как настроение? Ну что ж, я попрошу весь зал сейчас встать. Встаем, ребята, немножко подвигаемся с вами.
Весь, все сектора. Сектор С, встаем. Я знаю, вы очень активные. Сектор Б, встаем. Поднимаем ручки выше. Итак, сейчас все будет очень просто. Я буду вам движение показывать, вы будете движение повторять. Лучший танцор получит от меня приз, причем сразу. Я после этого танца сразу иду в зал. Вы меня дождетесь в зале? Не слышу. А можете еще громче, я не слышу. Вот те вот сектора не слышу. Ну что ж, тогда ложу микрофон, мы начинаем. Тяну ей кольцо на пальчик. Ну что ж, а я приглашаю сюда на синюю зону студентов индустриально-педагогического колледжа. Они тоже умеют показывать настоящий класс. А я вместе с космонавтами иду в зал. Приготовьтесь, кто самый яркий сектор? Иду сейчас к самому яркому сектору. Сектора Б, я вас не слышу там. Fancy DY. Oh no. Oh. Hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. DY. Vi que tu mirada ya
ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Браво, браво всему хаву! Особую благодарность выражаю военнослужащим сектора Д! Ladies and gentlemen, some important information. Let us remind you that restart for Artyom Chiban will be at 6:30 p.m. And start for ladies team pursuit will be at 6:40 p.m. And victory ceremony for men 500 meters will be before victory ceremony of ladies in team pursuit. Уважаемые болельщики, участники соревнований, прослушайте важную информацию по корректировке графика. В 18:30 будет дан повторный старт Артему Чибан на дистанции 500 метров. Старт женщин в командной гонке будет дан в 18:40. И церемония награждения мужчин за дистанцию 500 метров состоится перед церемонией награждения женщин в командной гонке. Спасибо.
Четыре танцующих парня. Я вас вижу со сцены. На мой взгляд, самый яркий сектор – сектор F на данный момент. Если будет яркая поддержка, я успею пройтись по всем секторам. Также у меня есть большая поддержка, в частности, сектор H. Ребят, вы меня видите, да? Пересаживайтесь на центральные сектора, я разрешаю. Только скоренько, а то вас там не видно, не слышно. Давайте сейчас хлопают самые красивые девушки в зале. Молодцы, парни. Где? Выше ручки. Скажите, а вы умеете делать волну, зал? Давайте сделаем волну, начиная от вас и заканчивая концом зала. Готовы по моей команде? Будем вставать, пока присядьте, а на волну все будут вставать и поднимать руки высоко. Итак, начинаем с сектора F и идем дальше, пока волна не закончится. 3, 2, 1, волна! Неплохо.
слышу аплодисментов в зале. Яркая, чем ярче поддержка, тем больше призов. Attention, please. Attention, please. 3 minutes till the start of Artem Chaban. 3 минуты до повторного старта Артема Чабан. Уважаемые болельщики, позвольте проинформировать вас, почему Артем Чабан будет принимать повторный старт. Такое право ему было дано в связи с помехой во время дистанции. При прохождении дистанции в забеге ему помешал соперник, поэтому по правилам соревнований Артем Чабан будет повторно стартовать на этой же дистанции 500 метров. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Ladies and gentlemen, we are ready for the skate of Artem Chaban from Belarus. Повторный старт принимает представитель Беларуси. Artem Chaban on the outer lane. Go to the start. Ready. Opening time 10:01. Время разгона 10:01. С тобой не могу найти контроль. Теперь домой я отправлю свою любовь. Ты злеть не стоит. Это слухи, я не такой. Не верь, но порой эти сны ломятся в дверь. Как ты могла? Как ты могла? The result of Artem Chaban, 37-1. Прослушайте результат Артема Чабан, 37-10. Ladies and gentlemen, once again we remind you that next start for ladies team pursuit will be at 6:40 p.m. Уважаемые зрители и участники соревнований, повторяем, что старт женщин в командной гонке будет дан в 18:40. Что ты сказал тогда? Лучше ты не обращай, точит виска. Но я же знаю, что ты без меня не.
turn the lights back on now. We're watching, watching as the credits all roll down. I'm crying, crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While the heroes is filled the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our third call. So hold for the applause. Go, 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 go. Wave out to the crowd. Ladies and gentlemen, and we are ready to announce 2nd race. We introduce teams starting at the finishing straight. Team of the Netherlands, Lilian Temming, Pauline Verhaar, Anne Rausenars. And we introduce team of Poland starting at the crossing straight. Aleksandra Kapruzak, Angelika Wojcik, Magdalena Szyszczon. Go to the start. Ready? Итак, уважаемые болельщики, стартовали команды Нидерландов и команда Польши. Ladies and gentlemen, for information, the track record of Team Pursuit ladies belongs to Team of Japan, and this record is 3:00:18. Для информации зрителей, рекорд Минск арены принадлежит команде Японии и был установлен 17 марта 2018 года. Этот рекорд составляет 3:18. Lap time of Team of the Netherlands, 31.5. Lap time Team of Poland, 32.2. Ladies and gentlemen, we also can advise you about FISU record of Team Pursuit ladies. This record is 3:05.94. Lap time of Team of the Netherlands, 31.8. Lap time Team of Poland, 33 flat. One more lap time, Team of the Netherlands, 32 flat. Lap time of Team of Poland, 34.3. Team of the Netherlands leading in the race, chasing their opponent on the distance and going for the last lap. One lap before finish, Team of the Netherlands, 32.2. Waves roll over, and the nights are long, longing for you to come.
Ladies and gentlemen, and now we can announce the results of the second race. Team of the Netherlands, 3:17:48. Team of Poland, 3:27:06. Прослушайте результаты второго забега. Команда Нидерландов 3:17:48. Команда Польши 3:27:06. Ladies and gentlemen, we introduce the last race. Starting at the finishing straight, team of China, Qiao Yan, Xin Chongmin, Qin Yao Lu. And starting at the crossing straight, team of the Russian Federation, Yelena Samkova, Yelena Yeranina, Anastasia Zdravkova. Go to the start. Ladies and gentlemen, team of China and team of the Russian Federation. For your information, the team of China is a FISU record holder. This record is 3:05:94. Уважаемые зрители, стартовали участники заключительного забега. Команда Китая против команды России. Информируем вас, что команда Китая является обладателем рекорда ФИСУ в этой дисциплине. И этот рекорд составляет 3:05:94. First lap time, team of China, 35.8. Lap time, team of China, 31.8, team of Russia, 32 flat. Lap time, team of Russia, 32.5. And now this team leading in the race. С небольшим преимуществом лидирует в забеге команда России. Team of China, lap time, 34 flat. Team of Russian Federation going for the last lap, and now they're leading in the race. Lap time of team of the Russia 33.3. Lap time team of China 34.7. Команда Российской Федерации выходит на финишную прямую, лидируя в забеге. We'll be right back.
ladies and gentlemen, and now we can announce the result of last race. Team of the Russian Federation, 3:18.72. Team of China, 3:24.23. Прослушайте результаты заключительного забега. Результат команды России 3:18.72. Команда Китая 3:24.23. Ladies and gentlemen, attention please. Our competitions will be continued by races of men in team pursuit, and start for first race will be at 7:02 p.m. Уважаемые зрители, информируем вас, что соревнования продолжат забеги мужчин в командной гонке. Старт первому забегу будет дан в 19:02. Attention please, 1 minute till the start. And now we can introduce first race. Starting at the finishing straight, team of Poland. Martin Bachanek, David Buzikowski, Szymon Palka. To the start. Ready? First slip time, 18:07. First lap time, team of Poland, 33:03. Проходящий круг команды Польши, 33:03. Last
Lap time 28.7. Очередной круг команды 28.7. Ladies and gentlemen, for information, FISU record belongs to team of Italy, and this record is 3 minutes 47.25. Lap time, team of Poland. За круг до финиша, круг. Поправка, очередной круг команды Польши, 29.2. Lap time, team of Poland. Уважаемые зрители, информируем вас о рекорде ФИСУ на этой дистанции в командной гонке. Рекордсменами ФИСУ является команда Италии. Они установили рекорд 3 минуты 47, 25 секунды. 30.2, one more lap time, team of Poland on the distance. Очередной круг команды Польши 32. One more lap time, team of Poland, 30.5. Очередной круг команды Польши, 35. Team of Poland going for the last lap. 30.2 lap time. За круг до финиша команда Польши 32. Ladies and gentlemen, we just announced unofficial result, 4 minutes 01.52, team of Poland. Прослушайте результаты первого забега. Результат команды Польши 4 минуты 01.52. Ladies and gentlemen, we are ready to introduce next race. Starting at the finishing straight. Представляем участников второго забега. На финишной прямой старт принимает команда Казахстана. Дмитрий Морозов, Иван Арзхаников, Демьян Гаврилов. And starting at the crossing straight, team of the Netherlands. Ronald Ligtenberg, Jeroen Janissen, Sjors van der Meer. Go to the start. Ready. Team of the Netherlands, first slip time, 18.6. Team of Kazakhstan, 18.9.
Время разгона команды Казахстан 18.6, команды Нидерландов 18.9. First lap time, Netherlands 32.7, team of Kazakhstan 33 flat. У команды Нидерланд 32.7, Казахстана 33 ровно. Lap time, team of the Netherlands 38.8, team of Kazakhstan 30 flat. Keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says she практически ровно проходит дистанцию команды. Team of Kazakhstan leading a little bit in the race. Lap time, team of Kazakhstan 28.8. Lap time, team of the Netherlands, 29.4. Team of Kazakhstan still leading more than 1 second. Более чем на одну дистанцию лидирует в забеге команда Казахстана. Lap time, team of Kazakhstan. They are leading in the race. Лидирует в забеге по-прежнему команда Казахстана, опережая соперников более чем на одну секунду. Eight-six, team of Kazakhstan, 29.5, lap time, team of the Netherlands. Team of Kazakhstan going for the last lap. Team of the Netherlands, last lap. Уважаемые болельщики, устремляются команды к финишному отрезку. Поддержите их в этот момент. Finishing straight for both teams. Ladies and gentlemen, we can announce results. Team of Kazakhstan finished with the result 3 minutes 56.36. Team of the Netherlands 3 minutes 57.96. Прослушайте результаты второго забега. Результат команды Казахстан 3 минуты 56.36. Результат команды Нидерландов 3 минуты 57.97. Ladies and gentlemen, we are ready to introduce next race. Дамы и господа, мы готовы представить участников следующего забега. Starting at the finishing straight, team of the United States of America. На финишной прямой стартует команда Соединенных Штатов Америки. Флетчер Тимоти Кот, Александр Ллойд Брауэр, Лукас Питер Андерсон. And started at the crossing straight, team of Belarus. На переходной прямой старт принимает команда Беларуси. Евгений Болгов, Илья Сковородкин, Глеб Остапов.
the start. Ready. Итак, стартовали участники третьего забега. Команда Соединенных Штатов Америки и команда Беларуси. First slip time, 19.5, team of Belarus, 21, team of the USA. Время разгона команды Беларусь, 19.5. Команда Соединенных Штатов Америки, 21. First lap time, team of Belarus, 34.6, team of the USA, 35.9. Проходящий круг команды Беларусь, 34.6. Команда Соединенных Штатов Америки, 35.9. Lap time, team of Belarus, 30.9. Поддержка трибун помогает сейчас команде Беларуси лидировать в забеге. More than 1 second, team of Belarus leading in the race right now. Более чем на одну секунду опережает сейчас соперников в забеге команда Беларуси. Lap time, team of the USA, 31.9. Almost 2 seconds now leading team of Belarus in the race. Почти на 2 секунды опережает в забеге соперников команда Беларуси. Thirty-1.9 lap time, team of Belarus. Наращивает отрыв в забеге команда Беларуси, лидируя. Team of Belarus going for the last lap. Now we can see the finishing corner, finishing straight for team of Belarus. Ladies and gentlemen, the results of third race. Team of Belarus, 4 minutes, 13.66. Team of the United States of America, 4 minutes, 22.33. Прослушайте результаты третьего забега.
Команда Беларусь 4:13.67. Результат команды Соединенных Штатов Америки 4:22.34. Ladies and gentlemen, and we are ready to introduce last race. Starting at the finishing straight. Уважаемые болельщики, мы готовы представить заключительный забег. Стартует на финишной прямой Team of Italy. Davide Ghiotto, Alessio Trentini, Michele Malfatti. And started at the crossing straight. Стартующая на переходной прямой. Team of the Russian Federation. Илья Смирнов, Александр Подольский, Виктор Лобас. Go to the start. Уважаемые болельщики, стартовал заключительный забег мужчин в командной гонке. Команда Италии и команда Российской Федерации. Позвольте напомнить вам, что команда Италии является обладателями рекорда FISU в этой дисциплине. Их рекорд 3:47.25. First sleep time, Team of Russia, 18:01. 18:05, first slip time, Team of Italy. First lap time, Team of Russia, 31:07. Team of Italy, 32:02. Lap time, Team of Italy, 27:06. Team of Russia, 27:07. Lap time, Team of Italy, 28:00. Team of Russia, 28:07. Наращивает темп команда Италии, захватывая лидерство в этом забеге. Lap time, Team of Italy. Lap time, Team of Russia. 29:03. Italy, team of Italy, lap time 28:07. Team of Russia, 30:04. Team of Italy leading now in the race. Попытаюсь понять. 29:00, Team of Italy, lap time. Team of Italy now leading in the race and going with the fastest schedule at the current moment. Команда Италии лидирует в забеге, проходя дистанцию с лучшим графиком на текущий момент. Team of Italy going for the last lap. Yeah.
Ladies and gentlemen, now we can announce results of the last race. Team of Italy finished with results 3 minutes, 53.11, and it is the best result. Team of the Russian Federation, 4 minutes, 03.66. Now you can see the unofficial results on the scoreboard. Я помню наши лица, я помню, как мы кричали. Встречай столицы, молодые, со спиной только ветер. Мы мечтали от заката до рассвета. Ночной город, метро, пустой вагон. Я говорил тебе, что будет нашим этот... Прослушайте результаты заключительного забега. Команда Италии 3 минуты 53.15. И это лучшее время. Результаты команды России 4 минуты 03.67. Уходит вдаль наш С-класс. Я не могу. Внимание, внимание! А сейчас весь зал остается на своих местах, потому что буквально через минуту состоится официальная церемония награждения. А после этого я иду в зал и отдаю лучшим болельщикам сегодняшнего дня наши главные призы. А можете еще громче. А теперь давайте так громко, как сегодня еще не кричали. Весь город так плотно подсел на нее особенная. Ой, мама, это любовь, мама, не по себе стала от этих мыслей в голове. Все пацаны от нее без ума, у этой белочки четкий орех. Не нужны ей ни деньги, ни слава, ты просто так не подкатишь, она не из тех. Стреляет глазами круче, чем стечка, утонул их увидев, от всех вопросов уйдет по-английски. Но никого не обидев. Но я не простой, знаю подход украдую. Да мне вот так удобней танцевать, ни слова о тоске. Мне не бывает скучно и плевать. Они еще кусать станут локти. Они не стоят моего ногтя. На улице моей будет праздник. Здрасте, я Настя. Я такая пьяная и тупая. Я такая пьяная и тупая. Такая пьяная и тупая. Я такая пьяная и тупая. Надо выйти. Не слышу зал! Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны, мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Gentlemen, victory ceremony for FISU World University Championships Speed Skating 2018. Distance 500 meters, men. Дамы и господа, церемония награждения чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту за дистанцию 500 метров среди мужчин. The medals and presents will be presented by
ISU delegate Mr. Alexander Kibalka and deputy head of the Republican Center of Physical Education and Sports for Pupils and Students, Ms. Elina Sokolovskaya. Медали и подарки победителю и призерам вручают делегат Международного союза конькобежцев Александр Кибалка и заместитель директора учреждения Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов Элина Соколовская. Bronze medalist representing Kazakhstan. Бронзовым медалистом стал представитель Казахстана Артем Крикунов. Silver medalist representing Belarus. Серебряным медалистом стал представитель Беларуси Игнат Головатюк. Representing Japan. Золотым медалистом стал представитель Японии Тацуя Шинхама. Ladies and gentlemen, FISU anthem. Дамы и господа, просим всех встать. Звучит гимн Международной федерации студенческого спорта. Ladies and gentlemen, our congratulations for the world champion and the medalists. Дамы и господа, поздравляем победителей и призеров чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту. А зрители остаются на своих местах. Буквально через две церемонии награждения те люди, которые останутся на трибунах, получат главные призы сегодняшнего дня.
А пока что я напоминаю, что БНТУ является пока что лидером по голосованию. Первые три вуза, первые три места получат золотые кубки, которые находятся возле сцены. В воскресенье состоится официальная церемония награждения. Напоминаю, все зрители остаются на своих местах, а те зрители, которые находятся на трибуне А, подходят ближе к центру зала. Самые яркие, самые преданные болельщики получат от меня главные призы сегодняшнего дня. Те люди, которые дойдут до фан-зоны, находятся в велодроме, получат еще дополнительные подарки. Но только после церемонии награждения. Ladies and gentlemen, victory ceremony for FISU World University Championships Speed Skating 2018, Team Pursuit Ladies. Дамы и господа, церемония награждения чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту за командную гонку среди женщин. The medals and presents will be presented by Chairman of Skating Union of Belarus, CEO of Minsk Arena, Mr. Nikolai Ananyev, and head of the Republican Center of Physical Education and Sports for Pupils and Students, Mr. Vitaly Strigelsky. Медали и подарки победителю и призерам вручают генеральный директор многофункционального культурно-спортивного комплекса Минск-Арена Николай Ананьев и директор учреждения Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский. Bronze medalist. Бронзовым медалистом стала команда Китая. China Team. Medalist.
Серебряным медалистом стала команда Российской Федерации. Золотым медалистом стала команда Нидерландов. Джентльмен, FISU Anthem. Дамы и господа, просим всех встать. Звучит гимн Международной Федерации студенческого спорта. Ladies and gentlemen, our best congratulations for the world champion and the medalists. Наши сердечные поздравления победителю и призерам чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту. Аплодисменты спортсменам! А зрители остаются на своих местах, потому что буквально через одну церемонию награждения будут розданы главные подарки сегодняшнего дня. Yeah.
Внимание, уважаемые зрители! С трибуны Е я уже веду наблюдение, насколько активно вы болеете, насколько вы яркие и зажигательные. Самый зажигательный болельщик получит главный подарок сегодняшнего дня. Песню пою, и тебе хочется я. Никогда не пойму, одиночество в чьей руке будет лежать. Ладонь, сам решай, но давай рядом лететь с тобой. Давай, давай. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара, мы счастливая пара. О, да, мои стихи, твоя гитара. Ladies and gentlemen, victory ceremony for FISU World University Championships Speed Skating 2018, Team Pursuit Men. Дамы и господа, церемония награждения чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту за командную гонку среди мужчин. The medals and presents will be presented by Office Manager of Skating Union of Belarus, Deputy CEO of Minsk Arena, Mr. Alexey Khatlyov, and Deputy Head of the Republican Center of Physical Education and Sports for Pupils and Students, Mr. Vladimir Antonchuk. Медали и подарки победителю и призерам вручают заместитель генерального директора многофункционального культурно-спортивного комплекса Минск-Арена, директор спортивного сооружения конькобежный стадион Алексей Хотылев и заместитель директора учреждения Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов Владимир Антончук. Бронз-медалист. Бронзовым медалистом стала команда Нидерландов. Thank you.
медалист. Серебряным медалистом стала команда Казахстана. Золотым медалистом стала команда Италии. Ladies and gentlemen, FISU anthem. Дамы и господа, просим всех встать. Звучит гимн Международной федерации студенческого спорта. Сейчас я пройдусь вместе со своим другом космонавтом, и мы отдадим вам самые главные подарки самым ярким болельщикам. Ну что ж, остаемся на своих местах, присаживаемся. Еще секундочку. Ну что, самые яркие... Внимание, внимание, внимание! Также у нас есть самый главный приз. Самый главный приз – это вот такие вот замечательные ласки. Две из них я отдам здесь, и одну я отдам человеку, который первый дойдет на фан-зону. Но я дам команду, когда идти, хорошо?
Фан-зона находится на велодроме. Это через конференц-зал надо пройти. А пока летят только магнитики. Аплодируем, аплодируем. Кто аплодирует, тот получает. Я чувствую, накачаю себе все руки.